А вы на канале «Умно и разумно». Наступающий новый 2024 год, который наступит уже очень скоро, и в этом году представителям трех знаков зодиака сулит сильное удивление. А в чем, мы сейчас узнаем. В их жизнь могут вернуться бывшие любовники, так и друзья. Кому же ждать перемен и как приготовиться к повороту и виражам судьбы, вы узнаете прямо сейчас. Лев. Новый год ему подарит немало приключений. Вы будете удивлены, когда в вашу жизнь придет человек, с которым вы, как вам казалось, попрощались навсегда. Им может оказаться бывший партнер или же друг, который когда-то разбил ваше сердце. К наступлению весны вы точно поймете, готовы ли вы снова впустить этого человека в свою жизнь. А в вашем сердце снова, скорее всего, поселится любовь. Это случится независимо от того, каким будет ваше решение. Судьба готовит для вас что-то очень интересное. Стрелец. В начале 2024 года ознаменуется для вас чем-то неприятным. Вероятно, вы будете ощущать холод в отношениях с близкими людьми. В моменты слабости вам обязательно стоит держать себя в руках. Постарайтесь в этой ситуации не нарубить себе дров. Не думайте, что этот период продлится у вас вечно. В новом году вас обязательно точно ждут также радостные события. В вашу жизнь может вернуться тот человек, которого вы отвергли в прошлом. И даже если вы с кем-то поссоритесь в начале года, то этот человек все равно найдет возможность с вами непременно помириться. И вы этому обязательно точно будете рады. Водолей. В наступающем 2024 году вы можете внезапно осознать, что готовы брать на себя ответственность или что-то поменять. Решаясь на этот шаг, вам стоит подумать, кого бы вы хотели вернуть из прошлого, а кого навсегда забыть. Скорее всего, вы готовы отбросить былые обиды и снова начать общение с тем человеком, который когда-то был вам очень дорог. Если вы точно в этом уверены, берите инициативу в свои руки. Сделайте первый шаг, и человек, по которому вы скучаете, к вам непременно вернется. Какими бы предсказаниями ни были, тем не менее, желаю всем знакам зодиака удачи, любви и здоровья в наступающем новом году. Благодарю за внимание. Всем пока.